Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы сегодня празднуете с нами День космонавтики, а кое-кто и день рождения. Не часто я играю сольную программу, а вот на этой сцене я играю впервые. Внизу я там играл много раз с разными музыкантами, со своими коллегами, и в разных ситуациях и на разных ивентах, как сегодня говорят. А сегодня такой вот камерный концерт, и называется он «Хорнологи». «Хорнологи» — это понятно, что слово о рогах, о роге, скажем так, «хорн» в переводе с немецкого и с английского — это рог. Ну, «альпхорн» — альпийский рог, «вальдхорн» — лесной рог, «валторна» у нас говорят, «флюгельхорн» — вот он у меня под ногами стоит. В общем, все виды хорнов, и вот сегодня как раз программа о том, что же с этими хорнами можно сделать. Так получилось, я вот посмотрел по программе то, что я подобрал до сегодняшнего вечера. В одном отделении мы все это будем делать. И получается такое музыкальное путешествие. Музыкальное путешествие по разным странам, континентам, стилям, направлениям. Ну, в общем, такое действительно музыкальное путешествие, поскольку я сам очень много путешествую, продолжаю это делать, и мне это нравится пока еще, не надоело, то, конечно, я набираю различные инспирации, можно так сказать. И в каждой стране или в каждом каком-то интересном, необычном месте я получаю заряд энергии, эмоций, ну и каких-то творческих идей. Вот сегодня этими творческими идеями мне хочется поделиться. Thank you.
Сэмплера для того, чтобы играть one man band, да, чтобы играть одному. Мечта каждого моносолиста, певца, инструменталиста, ну, те, кто может только издавать один звук. Да. Благодаря процессорам, которые у меня есть, я могу играть многоголосно. И эти процессоры, в общем, боссовские оба. Один из них так называемый Loop Station, который позволяет мне запоминать паттерны, модное слово сегодня. И другой мультипроцессор, который позволяет мне играть различные эффекты. Эти эффекты можно самому там искать и комбинировать, а есть и готовые. Свои собственные, которые уже не поменяешь, они вот как есть, так и есть. Первая пьеса, которую я сыграл, это, в общем, такой мой хит, с которого, собственно, и вот Арсений, который сегодня тоже в гостях у нас, он знает эту пьесу, мы играли вместе, прекрасный пианист. И с оркестром, биг-бендом, три дня назад я играл в Уфе, и играю эту пьесу, и даже с камерными оркестрами. В общем, «Кобра» такая пьеса вот у меня есть, и с нее обычно начинаю концерты. Следующая композиция, в общем, так основана на русском фольклоре, я бы так сказал. И, в общем, это композиция Михаила Альперина, которую я, в общем, так по-своему переделал, и называется она «Скоморохи». Thank you.
Сейчас мы путешествуем в Альпы. Понятное дело, на заднем плане лежит альпийский рок. И, наверное, уже в этом помещении никого этим длинным инструментом не удивить, потому что я практически на всех своих концертах использую альпийский рок. И сыграю композицию под названием «Альпийская тропа». «Alpine Trail». Thank you.
Спасибо. Вот чем хорош альпийский рок, что у него нет ни клапанов, ни клавиш, никаких, можно вообще без рук играть. Вентилей никаких нет, отверстий никаких нет. Нет, впрочем, есть два отверстия, вход и выход. Если кто еще помнит пионерские лагеря, ну, мое поколение, наверное, помнит эти дивные времена, то наверняка каждый из вас слышал сигналы подъема или там «бери ложку, бери хлеб», фанфары звучали, или один какой-нибудь фанфарист играл. И я даже однажды был в пионерском лагере и играл с моим коллегой в две фанфары. То есть мы аранжировки делали этих сигналов. Вот, уже тогда проявляя, так сказать, некое творческое начало. И вот, собственно, все эти сигналы, которые вы помните, и спать-спать по палатам пионерам и вожатым, и вот это «вставай-вставай, дружок, с постели на горшок», все вот эти все сигналы, это можно сыграть на альпийском роге. Так что можно считать, что это вот такая большая фанфара. Ну, за счет длины можно сыграть больше нот, чем на вот той самой пионерской фанфаре, на пионерском горне. Кстати говоря, тоже горн, да? Пионерский горн. Вот. Идем дальше. С гор спускаемся вниз. Спускаемся вниз, ну, можно сказать, на дно океана. И сейчас я сыграю композицию из моего самого первого сольного альбома «Hornology». Райк помнит этот альбом. И, собственно, сегодняшний вечер и возник благодаря этой самой ностальгической памяти. И 19 лет назад я ждал, когда ты придешь на эту сцену и сыграешь «Hornology» программу. И вот в этой программе есть композиция «Virgin Ocean», что можно перевести как «Девственный океан». Thank you.
следующее путешествие на Балканы. А, нет, вру. Наше следующее путешествие в Индию, как ни странно. Я сыграю композицию из моего следующего сольного альбома, который вышел в 98-м, по-моему, году, под названием «Пилатус». И там есть пьеса под названием «Song for Everyone» – «Песня для каждого». Thank you.
Спасибо. Следующее путешествие – Балканы. Вот. И я сыграю композицию из того же альбома второго, который называется «Пилатус». Пьеса называется «Базар». Так, кстати говоря, предыдущая композиция «Song for Everyone» написана, извиняюсь за выражение, не мной. Она написана «Лакрашминароянна Шанкар». Можете вы говорить? Я очень долго... «Лакрашминароянна». «Лакрашминароянна». Я очень долго пытался... Шанкар. «Лакрашминароянна Шанкар». Вот. Такие индийские имена. Это самая, кстати говоря, знаменитая фамилия Шанкар, к которому приезжали Битлз. Да, Рави Шанкар повлиял на Битлз, и они сделали такую, ну, в общем, инициацию прошли. В общем, там все было серьезно. И вот из той самой знаменитой музыкальной семьи Шанкар и тот самый вот Лакрашминароянна. Базар. Thank you.
короче говоря, симфоник трибют Гумес. Все, больше не нечего продавать. Как мало. Самая сильная традиция. Традиция свадеб. Ну, она везде есть, традиция свадеб. Но у молдаван особенно традиция. Они празднуют обычно свадьбы осенью, молодое вино. И, собственно, reason, как по-русски сказать. Главная это причина, совершенно верно. Причина свадьбы – это попить вина. А все остальное уже не важно. И поэтому они пьют вино 3 дня и 3 ночи. И, соответственно, когда они пьют вино, им надо танцевать, да? И бедные музыканты без перерыва практически вот все это делают, играют. Все, конечно, на бодах, как мы говорим, уже губы не держат нифига. Но хорошо получают, зарабатывают они так хорошо за эти свадьбы, что могут потом полгода жить и, в общем, не работая. Оказалось, что у испанских евреев традиция еще круче. У них 9 дней свадьбы. Уж не знаю, наверное, вино лучше или больше. Вот. Это я только недавно узнал об этом. Так что, ну, слава богу, что я не свадебный музыкант все-таки. Хотя, кто знает, вдруг придется на старости лет и свадьбы поиграть. Кстати, я играл в свадьбу, правда, на бас-гитаре. Было такое время. 2 года я работал в ансамбли, военный ансамбль при оркестре военно-политической академии. И там у нас был ансамбль, я писал аранжировки, играли мы на свадьбах, на танцах, ну, где мы только не играли, и на похоронах играли. Ну, правда, я на бас-гитаре не играл на похоронах, играл все-таки на валто. Ну, времена меняются, знаете, в Америке же играют и на похоронах, на саксофонах, понятно, джазуют, потому что такая традиция. Хорошо, мы возвращаемся на родину, возвращаемся в Россию. И я сейчас сыграю композицию, которая потребует мне особой некой глубокой погружения, я бы сказал так, телесно-ориентированной голосовой активности. Ничего, что тут? Я еще очень люблю слово «доречевая коммуникация», но вот ее никак сюда не применишь. Или, как Катя Иванушкин говорит, а я очень люблю слово «престидижитация». Ну вот, ну, хочу вставить, но нет. Пьеса так и называется, «Русская песня». Thank you.
использовал некоторые технические приемы, которые некоторые духовики тоже умеют делать. Циркулярное дыхание и мультифоник, да, то есть когда одновременно играешь и поешь. Это то, что я с чего начал, с самого начала. Мечта моно-исполнителей разукрасить как-то гармонически и как-то многоголосно пытаться играть всю жизнь. Отсюда и все эти техники, многоголосия и перманентного дыхания, как еще иногда говорят. Ну, так получается, что вот у меня такая русская сюита, и я сейчас сыграю одну композицию, довольно новую, свежая композиция, под названием «Барынь». Конечно, вы знаете, узнаете эту народную песню, или не знаю, может быть, есть у нее и автор «Барыня», но она будет в таком полиметричном размере, достаточно сложном. Арсений, ты не участвуешь в этом конкурсе, потому что ты определишь сразу. То есть я хочу, так сказать, вот объявить конкурс, но ты потом можешь мне на ушко сказать. Объявить конкурс, и вот кто скажет мне, в каком размере композиция идет, тот получит от меня тот самый сувенир Hornology, сольный альбом, выпущенный фирмой RDM аж в 90 каком-то страшном году. 94-м, но еще сохранилось несколько экземпляров. Парни. Thank you.
Точным, то 4-3-4. 4-3-4. Да, такой вот. Ну, можно, ну просто. Ну, можно 2-2-3-2-2. Помните, как это? Если кто увидит привидение, звоните по телефону 2-2-3-3-2-2. Вот это примерно то самое. Ну хорошо. А вот такая странная байрония, такая вот какая-то очень угловатая, да. Ну, не знаю, приходят вот такие мысли. Однажды я играл произведение знаменитого композитора Тартериана, может быть, кто-то помнит. Он действительно был знаменит не только в Армении, но и в России. Его исполняли оркестры, лучшие оркестры мира. Я однажды, работая в оркестре филармонии, вот играл это произведение, 4-й симфонии, я помню, Тартериана. Он был сам, приехал. Как это был фестиваль, там, я не знаю, «Московская весна» или там что-то, какая-то осень. И, короче, я открыл ноты, и мы увидели 8 валторн, прямо вот в партитуре, 8 валторн. И все 8 валторн играют очень высоко, не в унисон, а как бы вот так канон, так, цепляя один за один. Такая линия, в общем, конечно, я понимаю, что это здорово, это очень красиво, это настолько оригинально написано, очень свежо для вот симфонического композитора. Но тогда был молодой, глупый, и я к нему подошел, говорю: слушайте, ну невозможно держать штангу вот 10 минут так. Вот, ну сделайте чего-нибудь тут какое-то. Он говорит: ну я поэтому и 8 волторнистов взял, чтобы помогали друг другу. Ну, я говорю: ну, ладно, хорошо, раз так. И вот он смотрит мне чисто в глаза и говорит: Аркадий, ну, мне приснилось, ну, что это? И все. Вот когда он мне это сказал, я понял. А потом он, после концерта, мы подружились, и он меня звал к себе в Ереван. И я играл в Ереване с Крамером, и пришла его жена на концерт. Он уже, к сожалению, ушел из этой жизни. Пришла жена. И я ей рассказал эту историю и говорю: какой же я дурак, какой же я глупец, вот не понял, так сказать. А теперь сам вот творю такое, и кто мне что скажет? Скажите мне, вот приснилось мне, ну что мне делать? Ладно, путешествуем дальше. Собственно, мы подошли к концу. У нас осталось только сыграть знаменитую, ради которой Арай все это организовал. Вот он тут ждет, не дождется, когда уже это все произойдет.
Да, «Сказка для Александры», композиция, которая завершает альбом «Хорнологи», и она как-то стала пьеса такой символической. Александра, моя дочь, уже выросла, она уже большая девушка, но пьеса живет своей жизнью, не только я ее играю, но ее используют и художники, и даже балет бернский поставил, и используют ее рок-группы, вот, например, группа «Бурита», если вы такую слышали. Зайдите в интернет, посмотрите, «Бурита Шелкота». И вот они взяли... Звучит, «Бурита Шелкота». Причем «Бурита» написано по-английски, а «Шелкота» по-русски. Ну, так, чтобы никто не догадался. Вот. Не, ну там все хорошо, там мы договорились с Velvet Records, там все официально, подписали договор. То есть, и, конечно, я послушал вначале, что же это за песня. А песня называется «Просто лети». И, в общем, ну, мне понравилось. То есть я ничего не могу. Там интересные слова. И, в общем, как-то действительно на этом, на моем груве, который вы сейчас услышите, вся композиция строится. И как-то, в общем, получилось хорошо. Так что, вот видите, пьеса действительно обрела какие-то новые формы и новую жизнь, новые, да, и это продолжается. Ну и я тоже ее играю тоже с новыми разными формами, конечно, это очень похоже на то, что я записал, вот, но тоже меняю, как любые джазовые музыканты, в общем, стараются не повторяться. «Сказка для Александра». Thank you.
Меньше места.